Спиздил, да, стекло? Спиздил, да, стекло? Не, ну как тебе атмосфера Екатеринбурга? Непривычно. Непривычно, да? Вообще. Даже будучи бухим, да? Да, да. Все равно забылся. Даже непривычно. Так шарашку все равно вообще. Только. Не свои тарелки. Да, не свои тарелки. Все равно какие-то, знаешь, панические атаки. Панические какие-то атаки. Ну, не панические атаки, тревога, наверное, да? Но. Стресс какой-то все равно присутствует. Да. А если бы мы трезвые были бы, вот, нам бы вообще бы, да, нас? Руки, нас, бы нас бы высадило бы, да. Ладно, идем на трамвай. Кстати, к урбанистам, да, тут вот многие, допустим, многим интересно, чисто тут, да, чисто. Максимум здесь что-то летят, это окурки и листья, то есть, ну, листья это понятно, природное, то есть, ну, от листьев никуда не деться. Ну, в принципе, чисто, более-менее, мусора нету, то есть, пока что, да, ну, да, чисто очень, да. Пока что чисто, хотя бы было. Кстати, друзья, здесь вот СИЗО находится, следственный изолятор, а за ним находится лагерь, исправительная колония номер 2. Прямо за ним. То есть СИЗО находится и рядом же лагерь. То есть тебя тут же СИЗО посудили и тут же лагерь. Тут же тусуешься. Не, и самое интересное, что, блядь, это все почти в центре города находится. И СИЗО, и лагерь, короче, в центре города. Не, ну может в каких-то городах есть такое же тоже, но, блядь. Ну как бы тут не видно. Тут вначале храм, церковь, тут все. А еще храм тут рядом. Ну естественно. Четкий-то. Тут все спрятано так. Раньше я помню, где-то в нулевые, в 90-е едешь на автобусе, тут колючка такая, блядь. Да, цирк, кстати, цирк. Да, да, да. Сейчас они так все спрятали, так все незаметно. То есть сейчас. Сейчас хрен догадаешься, что тут СИЗО, короче. Ну а тюрьму вообще не найти там. Она где-то в дебрях, короче, где-то там. Ну, и лагерь, то есть. Вот так вот. Интересно, что-то о городе рассказываю. Интересные факты о городе. Факты о городе. Рубрика. Единственное, что я знаю об этом городе, где находится СИЗО и лагерь. Если что, да. Не, лучше туда не попадать, да. Колючка. Видно. А ну это сезонная, да, еще она. Лагерь уже за этим домом находится, короче. Но тут уже более понятно. Я говорю, тут надо. Тут лагерь не видно, то есть за этими воротами где-то находится, то есть. Камера. Ну да, мы тоже снимаем. Ладно. Ну мы же не туда суемся, короче, так что все нормально. Блять, мы такие кусты прошли, короче. Че ты говоришь, хочешь пивасика? Хочу пивасика и компанию. Че? Компанию напоссать даже организовать можем. А я хочу просто поссать. Мы такую хорошую точку прошли возле зоны поссать. Под не, камерами. Ну его нахуй, короче. Там побегать, блядь, от собак. Нахуй надо, короче. А какой нахуй? За двух за сеансов они что-то сами. А не, ну просто нахуй там все равно. Режим нахуй лучше. Вот, например, безопасность вот, здесь. Хорошее место. Ну, погнали сюда. Погнали. Газпром. Мечты сбываются. Вот такие дома появляются, блядь. А тут что, ну ты главное управление Газпрома, что ли, находится в этом. В этом месте. Распределение. Ну. Пиздец. Алатырь. А? Торговый центр Алатырь. Ага. Чем он сюда перейти, что? А, ну а тут же. Идет светофор, да? А вот тот. А, ну давай. Вот деревня, да? Не знаю, как переходить улицу. Как тут все застроено, смотри. Да. Уже ничего не было такого, да? Даже логотип понять. Там сюда. Немного атмосферы города. Короче, загрузились. Точно десятка? Да. Пойдемте, я вам покажу. Вы видите, что остановка кривая?
кривая. Да. Второй вагон, я не вижу, что происходит. Все, все, не вопрос. Вы нет думаете, вопросов. Что это кто-то нет. У матросов нет вопросов. Оттащил бы, я все прокляну. Что, сырость, дождь идет. Никуда не поставить, чтобы перехватиться, потому что грязные канистры будут. Не, народу что-то все больше и больше. Все пучком и пучком. А, да. Вот выбрали козырное место. За нами тут водитель. Мы в окно смотрим, чтобы не проебаться. Куда он? А, да, да. Все, погнали. Добрались. Че, куда идти-то? О, пошли сюда. Как-то на, через дорогу как-то перейти. Да? Пошли, куда? Люди идут туда и надо. Пошли, да-да-да. Они надо. По-любому больше знают. Нас увидят. Не, мы пошли в обратную сторону. В поисках КБ. Оно на Красно-Белое найти. Красно-Белое найти что-то, ну, 100%. Стресс снять, потому что мы уже трезвы. Пиздец, ну так что... трезвеешь. Больше паника. Че взяли пиво? Че взял? Балтику девяточку. Я уже нашли тут Борисов недалеко от парка Маяковского. Так что запомним, короче, этот магаз, да? Ладно, погнали, короче, двигаться. Не будем тратить время. Время, деньги. По тихий час. Да. Идем обратно. У меня, смотри, этих самокатов сколько. Да. Че, мы опять же замешались, куда идти. Что-то я уж не помню, блядь. Может, самокат спиздим, да погоняй. А, вот, тут же, вот, все. Вот он. Вот, пишешь, да, все. Все, разобрались, вспомнили, блядь. Сейчас сними, муравейник, туда-сюда, туда-сюда. Все куда-то идут. А все чего? День города. А мы сейчас стоим, сейчас допьем, потому что туда не впустят. Ну да, скорее всего. Потому что кто тут пьет, они все тут это... Какую-то хуйню допивают. Газету. Что там написано? Комсомольская правда? Время выбирать будущее. 10 сентября выборы. А что, опять президента, что ли? Хуй знает, что. Не, президент еще рано, в следующем году. Блять, неудобно на ветру. Ебать народу. Сейчас допьем, пойдем. А ну на. Че, допил Балтику 9? Все пучком. Все пучком. Все пучком. Я тоже допил. Все, идем в парк. Погнали. Вот мы и здесь. Да, все, мы прошли на территорию парка. Дальше будем двигаться, смотреть, что где происходит. Зимой-то как бы. Понял, достопримечательность. Снимаю. Это ж ты снимаешь? Да. Вот остановись, сейчас развернем. Вот там же эти вот разные цвета волос. Это ж пацаны сидят. Похуй, блядь. Какая разница? Не знаю, я не могу с этим смириться. Тебе-то какая разница? Они же сидят, не ты. Ну, похуй, но... Блин. Вот не газеты-то. А, ну. А сегодня аттракцион точно работает. А это что за площадь? Стрит-фуд. Только очередь, сними. Что тут похавать? Ничего себе, внутри такая очередь. Офигеть просто. Что там такого есть в этой? Мне ж есть не захотел.
захотел, честно говоря. Честно, я тоже. Где-то можно. Пойдем в это? Скалолазный. Помнишь, на скалах с тобой возил? Там же этот? Нет, я имею в виду в зону. Посмотрим, это, что там сделать. Где надо? Ну, вообще, я помню, налево, направо. Ну, да, там пиздец. Ну ладно, куда тогда пойдем? Просто погуляем. Вот именно в Таиланде очень классно. Песня? Ну, такая очень. Смотри, проще тут затянуть, да, парочку. Парочку этих шампуров, да? Но... Все, убежать, да, и закрывать. Да не, мы осуждаем. Не, так реально тоже. Это если мы сейчас встанем в ту очередь, блядь, мы... Это покиньте, как люди не знают, что делать в парке, чтобы стоять в очереди, блядь. А, пахнет, кстати, классно очень. Пахнет. Подойди сюда, блядь, пиздец вообще. Я уже чуть-чуть. Тут реально, блядь. Вот сюда подойди. Так. Ладно. Понятно же. Главное, да, короче, пошли мы уже угольком на парк. Столько мяса, столько же штука, блядь, жрать хочется. Ладно, пойдем дальше гулять. Если хочешь даже просто пожрать, блядь, что-то, допустим, шашлычка, тут надо, блядь, в километровой очереди отстоять, да? Чтобы там да, либо можешь полкилометра пройти до магазина, блядь, и не стоять, и их просто перекусить. Ну, из этого, из парка выйти, да. Если из парка выйти, да. Ну везде очередь. Ну не полкилометра. Пока, может, где-то и нет очереди, где-то можно что-то купить. Даже, допустим, какой-то стритфуд, допустим, ну, банальная шавуха, хот-доги, там тоже очередя, пиздец, короче. Даже реально что-то похавать тут, блядь, ну, час надо ждать в очереди. Ну, сейчас ищем, может, что-то найдем. Без очереди. Катается, не катается, да? Нет, ну, скорее всего, нет. Ну, Макс-то, скорее всего. Что Макс? Марс. А, Марс. Ебать, это очередь, но мы быстрее постоим, чем достоим. А где остальные аттракционы, блядь? Их что, убрали, что ли? Где остальные аттракционы, блядь? Нету нихуя. Что за хуйня? Где остальные аттракционы, блядь? Вот раньше вот этих домов уже не было, нихуя тут не было. Да, тут вообще было пусто. Построили, блядь. Охуеть, блядь. А вон Марс был вон там вот. Тут была башня, это, катапульта, блядь, башня. Пойдем в ебем. Вот он здесь, вот он. Здесь? Или там? Не, вот там он был, на верхушке. Вот здесь вот, с правой стороны. Пошли. Да нет, уже нет. Не, я понимаю, не, просто... Я... Смотри, вот этих домов, вот тут же ничего не было. Да? Да. Вот. Ба, нихуя. Покинь, сейчас вас, чувака, с ошарашим. Глазами ходим и удивляемся, твою мать, что случилось. Одно вот это вот осталось, вот это недоразумение. Да. И все. Вот, вот тут или вот тут было, по-моему. Ни катапульты, ни хуя. Здесь были эти цепные, помнишь? Цепные-то. Я так думаю, ну, знаешь, а там это... Вот был Макс. Я так, знаешь, думаю, сезон прошел просто, может, они уехали, то есть. Наверное, все. На, влиться в какой-нибудь. Надо еще бухнуть, стоять и влиться в какой-нибудь концерт. Они... Так тут нихуя нету концерта. Ну там что-то. Ищем, нельзя. Короче, где похавать. Короче, выходим из этого парка, чтобы купить что-то похавать. И попить. И выпить, да. Потому что тут очереди в любой там. Ну вы видели. Любой обжираловки, то есть любой. Любой стритфуд очередя, короче. Так что будем искать что-то за пределами парка. Так что выходим. Я не видел. Какая хорошая фигурочка. Чуть без. Чисто медленный шагай. Просто ощутил, когда они там стояли. Особенно слева, да? Я вот налево и смотрю. Ну, блин, 40, ну, как раз самое. Милфу, как их называют.
Вообще пойдет. Ну, если посмотреть на нас. Это два наркомана какие-то. Ну, закладки ищут. Да, закладки, ну, блядь. Да, блядь, два уебана, закладки ищут, блядь. Так что, ладно, мы ищем еду, блядь.